Нас сегодня порадовали новым обновлением iOS 15.6.1. Данное минорное обновление – это лишь минорное обновление, не стоит спешить ее накатывать. Но иногда стоит. Давайте мы с вами разберемся, что здесь и какие изменения. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В общем, ребята, в целом система работает нормально, никаких нареканий я здесь не вижу, все в принципе открывается, как и открывалось, буквально никаких торможений нету. Давайте зайдем с вами в раздел батареи, вот, посмотрим, что у нас здесь. Да, все прогружается нормально. В раздел хранилища посмотрим, с какой скоростью здесь грузится. Да, все-таки нормально все прогружается, ничего не тормозит, система работает стабильно, но хранилище слегка забито. Ну, это все поправимо. Поэтому, чтобы говорить что-то о каких-то нареканиях, здесь нет. Здесь в основном направлено багфикс внутри системы, системы движка, поэтому накатывать пока не спешите. Так вот, друзья, в целом никаких изменений нет. Это, опять же, поправлена система на безопасность, чтобы не было никакой утечки данных, автономность, производительность и внутрисистемные какие-то ошибки, в принципе, которым видно компании Apple. Это касаемо интернет-связи, Bluetooth-соединения и так далее, и так далее. Накатывать 100% я вам не могу сказать, но если вы уже все-таки надумали, вас не остановить, сделайте резервную копию на iTunes через ПК, либо же в iCloud на ваших iOS-устройствах. Это для того, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, вы всегда могли восстановить ваши данные, чтобы не было потери данных. В целом, друзья, я вам советую подождать пару дней, когда будет проведен полноценный тест. Я посмотрю на всех устройствах и, опять же, в сообществе канала. Я сделаю скрин, и с описанием вы сами, в принципе, увидите, будете сравнивать с предыдущей iOS, где больше, где меньше автономность на iOS-устройствах. Вот и все, друзья. Чтобы не пропустить мои новые видео, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий. Также подписывайтесь на все мои соцсети, все это есть в описании под видео и закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.